Всем привет! Иду на остановку. Поехала на УЗИ. Сегодня у нас 25 марта. Время где-то без 23. Мне к половине четвертого. На улице так хорошо, тепло. Сегодня у меня второй скрининг. Сегодня мне дадут конвертик. И в этом конвертике будет известно, кого мы ждем, мальчика или девочку. В общем, такие дела. Я уже приехала. Иду к перинатальному центру. О, на улице вообще хорошо, так тепло. Тут солнышко светит, птички поют. Кстати, я сегодня сделала маникюрчик. Вот такой. Не показала вам. Сейчас показываю. Решила беленький такой сделать. Обычно френч делаю. Вот. 1200 отдала. Мне очень нравится. Очень красиво. УЗИ я прошла. Все хорошо. Пол ребенка мне не сказали. В конвертике, в общем, написали. Я оплатила это, и фотографию мне дали. В общем, потом вам все покажу. Вот такой вот конвертик. И в этом конвертике лежит записочка. И там написано, кто у нас будет, мальчик или девочка. Это, соответственно, фото УЗИ. Врач сразу мне сказал, что фото плохое, ребенок спит. И как бы, ну, не очень такое. Но мне все равно нужно было это фото. Я была любому рада. Я твоя тетя. Я думаю, что ты мальчик. Я думаю, что ты мальчик. Я думаю, у нас родится мальчик. Я думаю, что родится девочка, потому что я один в семье мальчик. Просто так думаю. А хотел бы кого? Мальчика. Мальчика бы хотел. Но думаю, что девочка, да? Я думаю, что у нас родится мальчик. Потому что у нас есть две девочки. И это один мальчик, да? Да. Это я, Тёма и Анжелика. Какой ты выберешь шарик? Розовый или голубой? Вот этот или этот? Какой ты выберешь? Или вот этот, ага? Да. Да. Мальчик, да, думаешь? Ну, она, конечно, не понимает хотя бы так. Да, Ликусь? Да. Да. Я думаю, что это мальчик. Я думаю, что мальчик. Мам, ты как думаешь? Я не пойму. Ну, кто-то покажет по ссылкам, наверное. Пускай ему мать делает. Мама, ты будешь? Я вообще не умею, я поэтому боюсь, я не знаю, как. Взлетит, нет. Алина, готова? Алина! Мама, может, потут нас уже? Ну, нифига себе, крепко так. Не, ну не сработай. Мир без тебя был просто слезой на алых щеках зари. Они не покрасили меня за окно.
моя подруга узнает, кого же мы ждем. Волнительный момент, конечно. Или Ваня уже счастливая. Мне самой не терпится посмотреть. Люба сообщила, кто же будет. Реакция Евы. Реакция Любы. Конвертик запечатанный. Сейчас его открою и узнаю, кого же мы ждем. Очень волнуюсь. Джулия. В общем, слезы радости и истории одной. Я думаю, я сниму на эту тему видео. Ну, вообще, я прям чувствовала, что будет мальчик. А если честно, я вот прям еще раз убедилась в том, что все как будто бы не случайно, все как будто бы случается, как у моей бабушки. Вот. На эту тему я хочу снять видео, рассказать вам об этом. Так я очень счастлива, довольна, потому что я уже все именно на мальчика смотрела. Коляску, комбинезончик, там, пеленочки, распашонки, там, бодики, слипки. В общем, ну все только на мальчика. У меня даже весь Валберис заполнен именно этим. Ваня, конечно, не захотел в этом участвовать. Я не знаю, почему. Он боится сглазить, то ли что. Он вообще, если честно, против, что я снимаю видео, выставляю это все. И как бы боится, что злые люди там как-то что-то сглазят. Или, ну, в общем, он в этом плане очень суеверен, что как бы лучше не распространять это все. Но я чувствую, что сейчас будет все хорошо. У нас уже пошел 6-й месяц беременности, так что я себя чувствую отлично. Я думаю, все отлично у нас и дальше будет. Вот. И злые языки, и злые люди никак на меня и на мою беременность не повлияют. Все. Наконец-то мы дождались мальчика. Так как у нас есть ребенка, то есть два мальчика, две девочки, и муж будет просто счастлив. Я тоже очень счастлива. В общем, я даже не могу передать эмоции. Нет слов. Покажу вам вот он, этот конвертик, и вот, поздравляем, у вас будет мальчик. Такой малыш из мультика. В общем, мы в ожидании мальчика. Четвертого ребеночка. Я очень рада и счастлива. Сейчас я расскажу вам наш маленький секрет, а вы никому об этом не расскажете, да? Пока время не придет, да? Придет время, и тогда все сами все узнают. Да? Да. Да? Лика, да? Скоро! Нас будет шестеро. Скоро у нас родится еще одна лялечка. Как шестеро? Посчитай, мама, Ваня, папа, два человека и вас трое. Плюс еще одна лялечка.
У нас что, еще одна лялечка будет? Да, мама беременна. Вы не рады? Я рада. Я рада. Я тебе уже говорила это. Ты говорила, нет. Да, потому что это была тайна, это был секрет. Теперь дальше нужно это хранить. В секрете, да? А сегодня мы узнаем, кто же у нас будет, мальчик или девочка. Конечно, ты же умный уже большой, да? Все понимаешь. Ты очень сильно рада. А Тёма что-то не очень. Анжелика, у тебя да, это будет что? Братик или мальчик. Сестричка? Ты знаешь, что мальчик? Я знаю, что нет. Что мама. Знаешь, что нет? Нет. Там лялечка, да? Братик или сестренка? Или Куся подбежала? Урчит что-то у мамы, да? Пинается, наверное. Пинается, да? Странное ты мое счастье, чем я тебя заслужила. Бога просила о чуде, чудо мое совершила.